и поясом владеет Денис Лебедев. Добровольная защита. Всего неделю назад, также во время добровольной защиты, один австралиец, когда он пропустит первый тяжелый удар. Напоминаем вам, что удар слева у Дениса очень тяжел. По туловищу в исполнении Мурата Гасиева. Это Лебедев показался на нокдауне. Справа очень опасно атаковал Фланаган. Мимо цели прошел удар. Пока не теряет абсолютно концентрацию. По туловищу Денис атакует, отвечает Марк Фланаган. И справа добавляет 11 почти килограммов ниже. По туловищу Денис Лебедев по печени. Определиться со своими возможностями и уж только тогда перейти к главным своим действиям в ринге. Да, у него потрясающая способность. Вот неплохо. Вот контратака. Правый Поэтому голову, удары Фленагана, думается, пока для него... Сказал о том, чтобы Денис свои атаки начинал через удары в туловище. Сначала в туловище, потом уже переводил на голову. Но вот сейчас одиночная атака была левой прямой российского бойца. Джебом Денис попадает. Ну вот уже активнее начинает действовать россиянин. Посмотрите. Здорово. По печени Денис попал. И джебом в голову. Фленаган. Штадимости, если нет вариантов хорошего продолжения, форсировать, может быть, и нет смысла. Нет, но я не говорю, что он закончится вот именно в этом или в следующем раунде. Банально, но в этих весах... Прекрасно, передней рукой, точно. Еще раз, повтор. Хоть изменить ход всего поединка. Но пока вот то, что мы видим, три прошедших раунда и минуты четвертого, Денис ни секунды не терял концентрации, и вот то, что мы ждали от него... Боксер все равно действует на одной и той же скорости нельзя. Соперник может подстроиться. Нужно менять, нужно менять. Здесь на ноги наступил Фланаган Лебедеву. Это такую стойку становится. Вот ответ от Фланагана последовал. Персонально спортсмена очень яркая. Я вспоминаю даже вот то первое поражение от Марка. Упражнение и ту подготовку, которую он давал Лебедеву, Денис сказал, что она очень сильно ему помогает. Хорошее попадание. До этого ничего подобного он не делал. И никогда... Несмотря на несколько острых атак в исполнении Дениса Лебедева в предыдущем раунде, продолжает он все-таки очень аккуратно работать. И снова великолепно джеб. Ну, невысок, но этот темп абсолютно устраивает Дениса. Не знаю, как у Фленагана. Точно ложится в цель. А сейчас по туловищу очень здорово. Снова повторяет удар Денис. Переводит в голову. Контратака Лебедева. Точное попадание. Безусловно. Очень близко. Здесь каждый, вот как он считает... Так тому и быть. Но Денис согласился с судейским решением, в принципе. Он сказал, что я его... Справа попадает Фленаган, но отвечает ему Лебедев. Вин Самодио сказал Денису, чтобы он не ждал, не давал сопернику готовить свои атаки. Да, вовремя рефери вмешался, человек. Потом снова отпускает. Ну что это, своеобразные кошки-мышки? Пропустил все, Денис справа. Может быть, может быть. С другой стороны... Обратно туда, ближе к Олимпу. Хорошо. Напомню, что это добровольная защита. Что будет дальше в случае победы Дениса Лебедева. Пока что он выигрывает. Слева Денис попадает. Ну вот, кстати, дальше по поводу обещающим действиям. Ждут от него здесь болельщики, этого ждут его фанаты. Почувствовали. Ну вот, прекрасная комбинация. И по туловищу. По туловищу снова в голову. Постепенно, постепенно разбирается. Он исключает малейший риск в своих действиях. Опять же, мы не знаем план на бой. Может быть, план действительно был таким. Но сейчас, мне кажется, Денис уже полностью
понял, кто перед ним, понял пути к победе. Здорово. Замечательно. Вот этот удар по туловищу. Сколько уже соперников Дениса падали от этого? Туда же попасть. Потому что удары по туловищу так быстро не отпускает после этого. Да нет, конечно, там боль продолжается, она сковывает. В течение не то что нескольких десятков секунд, а нескольких минут в поднешнем стиле. Продолжает свою игру. По печени, снова попытка по печени туда же. Но, правда, не довернул кулак, поэтому удар не лег очень тяжело. Вообще, вы знаете, в разговорах с Денисом говорили, ему многие пеняют на то, что когда он бьет, даже вот своей сильнейшей рукой, пробивает силовые удары, он не доворачивает кулак. Правильно заметили, мы смотрим такой своеобразный урок бокса, да, в исполнении чемпиона. Потряс Денис австралийца. Канатом отступает Марк Фленаган. Закрывается за блоком. Вот эта комбинация. Удар был в туловище очень сильный, прямой. Там даже не в печень он попал. Солнечное сплетение, да. Ну, из зала кричат: Денис, пора. Я, в общем-то, соглашусь. Одиночный удар. Сильнейший рукой сразу же, без подготовки. Голову. Непонятно. Всякое бывает. Здорово слева попадает Лебедев. Прямые удары. Лично на поединке, то Марвин Самодио приезжает и... Смотрите, пошел вперед австралиец, но тут же Денис погасил его активность точным ударом. Опять хороший джеб. Осаживает так соперника Денис. Передней рукой Марвин Самодио отметил. Лебедев очень здорово работает. И вообще в этом поединке все получается у Лебедева. И снова хороший джеб. Редкие-редкие атаки Фленагана. Ну, это даже не атаки, это так, как подготовка к атаке. Ух, здорово попал слева Лебедев и еще потом добавил. И вложился и в этот удар тоже. Напомню, австралиец был уже. Бросается на соперника австралиец все равно. Победа у Лебедева уже в руках. Просто ее главное не выронить в последнюю минуту боя. Последние секунды боя. Сейчас прозвучит финальный гонг. И вот он прозвучал. Единогласным решением. Единогласным судей. Решением с огромным преимуществом. И сохранил титул чемпиона WBA в тяжелом весе Денис Лебедев. Поздравляем Дениса, молодец.